Алло, брат, чё хотел? Что? Кого? Прав лишают? За прошлое видео? Расслабься, у меня прав-то и не было, алло. Чё они там хотят меня забрать? У меня прав-то и не было. Что? Я теперь должен получить права? Кого? А это как? Автошколу пройти? Блин. Серьезно? Бля. Ну как тебе сказать? Теорию по вождению я нихуя не знаю, я знаю только практику. На одной практике я далеко не уеду, но придется в автошколу идти. Ёбаный в рот. Ну, бля. Ладно, уговорил. Всем привет, с вами я Владжер, и сегодня у нас будет продолжение City Car Driving. Погнали! Тут такое дело. Как бы ГИБДД посмотрел мое прошлое видео, и им не особо понравилось то, как я вожу, и они сказали то, что у меня отберут права. Когда они еще узнали, что у меня прав-то и нету, заставили записаться в автошколу, поэтому сейчас как бы надо будет попытаться. Так, запускаем двигатель. Чё, бутон 5? Включите так. Левый поворотник. Ага. Нажмите сцепление, затем... Так, погоди, может фар надо сначала врубить? Ты не думал? Спасибо. Так, ага. Первая передача, поехали. Ну и все, поехали. Вторая. Все, едем. Делаю это ради того... Так, в смысле? Все это я делаю ради того, чтобы продолжить работу таксистом, потому что таксистам не нравится работать. Это смысл жизни, можно так сказать. Поэтому сейчас мне придется немного потратить времени на то... Кого? Алло, я в самом начале переключился на вторую передачу. Что тебе надо? Я на третью уже даже переключился. Что тебе надо? Блять, корявая игра, блять. Ну, господи, на я что нажимаю? А, на би нажимаю, извиняюсь. Так, завел двигатель. Левый поворотник включил. Поснял, включил. В первой передачу включил, повернул, все, едем, прикинь, едем, инструктор. Включите левый. Все, поехали, давай. Ну, на вторую передачу, давай. Спасибо. Продолжаем движение. Не превышаем скоростной режим. Что тебе еще надо, инструктор? Снизьте скорость. Да кого, блин? Да, ну, до 60 еще, блин, километров 20. Снизьте скорость. Так, чё, переключить обратно на первую передачу? Зачем? Чел, ты же понимаешь, что мы так, блядь, себе бензин весь сожрем, если будем ехать только на первую передачу. Ты дебил? Или вам на бензин денег не жалко? Как удобно, никого нету. Как же шикарно. Включите правый поворотник, остановитесь возле правого края дороги. Выключите нейтральную передачу. Выключите двигатель. Так, поставьте на тормоз. Ей-буй. Завершить. Так, поехали змейку проходить. Так. Так, вот мы и начали змейку. Пристегните ремень безопасности. Заведите двигатель. С помощью стояночного тормоза включите ближний свет. Начинайте движение. Давай попробуем. Хорошо, убедил. Буду двигаться по заданной траектории. Хотел по прямой, взбивая все эти фишки. Ну ладно, так уж и быть, я не буду это делать. Большая аккуратность.
Уверен, все. Спасибо. Поехали. Третий разворот. Все ради того, чтобы быть таксистом. Все ради того, чтобы быть таксистом. Я делаю это ради этого. Чего пристегните ремень безопасности на изи. Что-то я неправильно кнопки поставлю. Так, заведите двигатель. Подтвердите готовность к старту, включив ближний свет фар. Начинайте движение. Поехали. Так, да, окей, вообще без проблем. Ага. Угу. Угу. Что? Кого? Я сделал идеальный разворот в своей жизни. Кого тебе надо, блин? Я не понимаю. Это идеальный разворот, который я делал в своей жизни. Чего тебе надо? Пиздец. Просто потому что, да? Спасибо. Аргументируя, блин, ваш ответ, я не знаю, что. Я ни одного аргумента не нашел. Повторно включение задней передачи. А, ну да. Я же... Бля, спасибо. Я же не могу двигаться без, блядь, вашего слова. Идите нахуй, ёбаный в рот. Иди нахуй. Пиздец. Там миллиметра не хватило, да? Иди нахуй. Пиздец. Нельзя. Почему? Потому что, да? Ага, спасибо. Так. Ближний свет. Поехали. Хорошо. Я подвигаюсь по заданной траектории. Мне не сложно, блядь. Все, теперь ты доволен. Все. Ну и слава тебе, Господи. Ну, наконец-то. Все. Нахуй повтор-то, ебаный в рот. Нет. Слушай, дядя. Дядя. Дядя, нет. Я поехал. Спасибо. Перекресток. Так, что у нас тут? Пристегните ремень безопасности. Заведите двигатель. Чего? Приготовь готовность. Начинайте движение. Кого? Да чего, блядь? Кого? Что? Блядь, на красный проехал. Зачет, блядь. Вы кого тут, блядь, выпускаете? Каких вы террористов вы тут, блядь, выпускаете с этой школы? Пиздец. Что за бред, блядь? Я на красный проехал. На, сдал, блядь. Похуй. Я же сын депутата или что, блядь, почему? Нормально, поехали. Замечательно. Perfect. Perfect. Что, блядь? Это было настолько идеально, что они звезду мне зажали. Пиздец. Так. Угу. Поехали. Вот это самое сложное. По заданной траектории, без проблем. Вот тут. Я не смогу. Так, нет, где? А как? Ага. Тут, слушай, мне придется сделать вот так. Я тут не могу. Тут я просто не могу. Если вы знаете человека, который может это пройти с видом от первого лица... Кого заглох? Он не мог заглохнуть. Он... Блядь. Иди нахуй. У меня ничего не заглохло. Спасибо. Если вы знаете человека, который может пройти это, блин, от первого лица, блин, пожмите ему руку за меня, пожалуйста. Я не могу, я пытался. Я пытался, у меня просто не получается. Блять!
сначала. NV. Поехали. В свет. Кого? Поехали. Ага. Ага. Поставьте машину на стояночный тормоз. Хорошо. Снимите машину со стояночного тормоза и продолжайте движение. Ага. Да блять! Блин, похуй. Не самый низкий балл, но и не самый лучший балл. Так, парковка. Старт. Ага. NB. Заводимся. Включаем, получается, дальний, ближний свет. Поехали. Чего? Вы не пересекли контрольную точку? Кого я не пересек? Поставьте машину на стояночный тормоз. Ага. Снимите машину со стояночного тормоза, двигайтесь за пределы этой линии. Без проблем. Все? Кого? Я не понял, да блин. Опять же. То вы зачеты просто так ставите, то вообще ничего не ставите. Идите лесом, а. Поехали. Опа, вообще просто шикарно. Так, ставим на... Спасибо. Повороты. Давай. Тут, наверное, уже надо будет поменять вид камер, потому что, по сути, тут уже можно с первого лица делать. Да. Поехали. Так. NV. Заводим. Ага. Поехали. Так, 90 градусов. Ну, это довольно просто будет. Тут вряд ли как-то можно будет налажать. Ага. Спасибо. Доступен новый автомобиль. Какой? Газелька? Неплохо. И да, я тут пока не наскачивал себе машинок. Так, горка. Поехали. Ой, бля, вот это, сука, сложно сейчас будет. Сейчас будет сложно. На вот этом руле за 700 рублей это, блядь, будет невозможно. Так, во-первых, камеру меняем. Так, пристегните ремень безопасности. Да легко. Заведите двигатель. Снимите машину с стояночного тормоза. А? Немножечко, немножечко. Смотри, я немножечко. Вот все, ты ничего не видел. Так, ставим. Блять. Да блять. Да блять. Спасибо. Сначала. NB. Завел. Ближний свет. Поехал. Угу. Ебой. Просто идеально. Погоди, на стояночный тормоз. Идеально. Видишь, я немного откатился. Тут как бы тут по-другому никак. У меня... Чего? Я должен был... Да блять! Я просто не могу, я не могу, у меня как бы, вот видите, вот посмотрите сюда, это я нажимаю на тормоз, когда я нажимаю на газ, тормоз выключается. Тут никак. Тут надо, по идее, плавно газ давать и плавно убирать тормоз, но тут у меня такого просто не получится. Не знаю, у меня просто не получается. Так, N.
Би, завел, свет, поехал, погнал. Поехал. На нейтралочке. Поставил. Включил. Теперь смотри, что мы делаем. Хорош, да ладно. Экзамен на чего там на автодроме? А, это мы сейчас все будем заново проходить. Ёбаный в рот. Так, поехали. NB завел. Включил, погнал, поехал. Не то включил. Да не то, нахуй ты включил. Ты зачем мне дальний-то включаешь? Ёбаный тебя в рот, блять. Поехали дальше. Вы ничего не видели. Поехали. Ты что сделал? Зачем фар выключил? Да вы кого? Нет, заглохнуть ведь не мог. Это не мой двигатель. Вы меня обманули. У кого-то другого двигатель заглох, они меня обвиняют в этом. У меня он просто заглохнуть не мог. У меня нету двигателя. Так, поехали дальше. Я готов. Реакция нахуй. Поехали дальше до гаража. О, бля. Ага. Сука. 2000 years later. Блять, куда ты едешь-то? Угу. Что тебе не понравилось сейчас? То, что я не про траекторию ехал, да? Если тебе это не понравилось, иди нахуй, а? Сука, это идеально просто прошел. Просто идеально, гениально, просто шедеврально. А этот пидорас мне говорит, что нифига не гениально, не шедеврально, блядь. Иди нахуй тогда, ёбаный твой в рот, блядь. Пиздец. Ебланище тупое, нахуй. Угу. В жизни конуса не сбивал. Вы обманываете нахуй людей. Да блин, иди нахуй. Иди нахуй. Просто пойди поспи нахуй. Иди усни нахуй. Иди помри нахуй.
Блять. Сколько? 20 минут сидел. Позвоните. 20 минут сидел, ёба. 20 лет сидел. 20 лет. 20 лет или 20 минут? Я так не определился. 20 минут. Поехали. Поехали. Так, блядь, не надо ногу-то достать, что я на нее сел, блядь. Я сел на ногу, которая отвечает за тормоз. Я гений, да? Сначала давай попробуем последний раз. Все, я успокоился. Я сам сидел сейчас, плакал в эту в подушку. Ныл. Потому что, ну, это пиздец. Ну как так можно? Ну ебаный в рот. Сейчас надо просто максимально аккуратно сделать это. Ебать, хорош. Угу. Что там у нас? Будем зеленый. Поехали. Спасибо. Надеюсь, на зеленый проехали. Угу. Угу. Поехали. Так, по-моему, нормально. Так, раз, два, три. Ебать, сука, руль сломал, нахуй. Ебать. Поехал. Ебой. Есть. Ебуй! Все. Алло, брат. Получил права, прикинь. Все, завтра выхожу на работу. Таксистом, прикинь. Что? Это еще не конец? Что? Экзамен в городе? По городу? Во дворе? Чего? В смысле, это еще только начало? Бля, серьезно? Ебаный волос. Ладно, хорошо, так уж и быть. А это только начало, поэтому продолжение следует. Вы сами знаете, где даже поставить лайк, тем более где подписаться. С вами был Владжер. Всем спасибо за просмотр и всем пока.